Проект направлен на разработку программного обеспечения «Автопилот». Продукт смогут применять на разных транспортных платформах, как колесных, так и гусеничных. Он предназначен для работы в различных условиях. Наш автопилот является универсальным программным и аппаратным продуктом, который может устанавливаться на различные транспортные средства. Мы разработали автопилот для робота-автомобиля «Газель Бизнес», который сейчас находится за моей спиной. Также в число разработок конструкторского бюро «Аврора» входит и робототехнический комплекс «Марс А-800». Размером он меньше «Газели Бизнес» и ориентирован на внедорожные условия. Может выполнять широкий комплекс задач в автономном режиме. Данный комплекс также имеет некоторую ориентированность на разработки, связанные с военной тематикой и тематикой служб спасения, то есть подразумевает доставку личного состава, людей или грузов до необходимого, до заданного места. И «Газель Бизнес», и «Марс А-800» оснащены богатым и разнообразным набором датчиков, которые позволяют распознавать окружающие объекты и получать о них всю необходимую информацию. То есть автомобиль совершает маневры сам, без управления водителем. По сути дела, проект направлен на управление, в том числе автомобилем, без водителя, чтобы в случае, если среда представляет опасность для человека, мы могли туда пустить автомобиль, доставить грузы без риска для жизни человека. Сейчас этот проект представлен на конкурсе Generation. Россия в нем участвует впервые. И это именно команда изобретателей из Рязани. Они претендуют на призовое место. В нем в этом году приняло порядка 3000 людей. В 2014 году это было 2000 людей. До финала сейчас добралось 35 участников проектов, которые начинают развивать свои идеи. Вот. Этот конкурс направлен именно на развитие этих проектов, на привлечение инвестиций. Победителям этого конкурса выдадут грант для того, чтобы они смогли развивать свои идеи. Победа в конкурсе поможет нашей рязанской команде не только реализовать проект по развитию беспилотного транспорта в России, но и поднять статус нашего города в сфере технологий. Система помощи водителю поможет в экстренных ситуациях избежать аварий и заменить человека в трудных и опасных ситуациях – в горной отрасли, на заводах, на ликвидациях катастроф, а соответственно спасти кому-то жизнь. Отдать свой голос за нашу команду может каждый. Вот как это сделать. В поисковике вводим название конкурса Generation. Открываем первую ссылку и нажимаем «Голосовать». Программа просит нас авторизоваться либо через Facebook, или через «Контакт». Просит доступ ко всей вашей информации. Разрешаем. Теперь проходим по вкладке «Robotics». Наш проект называется «Аврора. Система автопилотирования». Для голосования необходимо просмотреть данный ролик. После просмотра открывается, становится активной кнопка «Голосовать». Нажимаем «Голосовать». Проголосовать можно до 13 декабря. Сейчас Рязань уже на третьем месте. Давайте поддержим нашу команду и пожелаем им победы в конкурсе. Ольга Харламова, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».